Мы никогда не найдем ничего, кроме того, что есть. Мы можем искать в Индии, в Гималаях, блин, в Кирове, в Москве, без разницы. В итоге мы все равно ничего не найдем. Мы никуда не придем, потому что нет идущего. Идущего нет. Как мы можем куда-то прийти? Когда вы меня спрашиваете, а есть у меня какой-то прогресс? А кто спрашивает? Кому я должен ответить? Я констатирую факт, что я уже здесь, как бы в проигрывании вот этой ситуации всей. То есть я пропускаю вот этот импульс возникновения, как я вообще это... У меня начало происходить, буквально там несколько дней назад, так очень совсем-совсем чуть-чуть. Как вот этот импульс вообще? Ну, как ты сейчас рассказываешь, как ты его видишь? Блин, я не знаю, как он это происходит. Вот это как-то спонтанно все происходит. Как я тебе это объясню? Так, смотри, так и есть. То есть у тебя меньше там внимания, больше здесь. И ты начинаешь это замечать. Но ты же сейчас здесь даже. Ты же видишь вот этот зажим. Таня там про голову сказала. То есть этот зажим, это и есть уже вот это я. Да? И ты как бы себя уже им обнаружил. Но ты здесь, с этой стороны, ты можешь как бы собой тогда ощущать это все большее нечто. Так ведь? Твоего внимания там нет, ты в себе. Ну вот, то, что вчера вот произошло, ну вот, Стас рассказал, у меня какое-то, знаешь, такое дистанцирование произошло. Да. То есть, все так. Я уже не вот здесь, не вот как ты там говоришь, в середине, а где-то вот, я не знаю, как это место назвать, но это какое-то другое место, то есть как бы вот оно, ну, все, что происходит, видится. Но не видится вот, ну, этот импульс пропускается. То есть он где-то доли секунды, пух, йоу. Но ты же долю секунды это замечаешь. Ну, да. Ну. Как это? Появляется тот, кто, слушай, доктор, дайте мне таблетку. Нет, ты уже потом стал этим импульсом. А? Ты уже потом уже стал этим импульсом, и от этого импульса ты уже дальше все различаешь. То есть, вот когда ты этот импульс видишь, то есть, получается, все в порядке, а потом раз ты стал импульсом, и все. Ну да, одевание. И ты уже борешься сам с собой, ты уже борешься с феноменальностью, ты уже борешься с какими-то объектами. То есть, ты уже борец, ты уже ищущий. Ну да, ожидающий, ищущий. То есть, ты в долю секунды как бы заметил импульс и стал этим импульсом. Получается, когда я вижу вот этого ожидающего, там еще что-то там, ну, то как бы он видится. То ты уже видишь кем-то. Да, и уже не залип, как бы такое развлечение, да, происходит или нет? Ну, если смотреть сознанием, то там не будет, знаешь, такого борьбы с этим. То есть там такое ровное осознавание, без осознающего как такового. Ну да, так, где-то так. А если ты говоришь вот уже о какой-то борьбе, это уже все. То есть это уже где-то там что-то вижняно какая-то. То есть ты уже стал этим импульсом. Ты уже борешься с ним. Ты даже как бы... Ты тот, кто борется. То есть ты уже двое очков сразу одел. Раз, все. Ты знаешь, я прошу душу, да, и я слышу ее отклик. Это какая-то вот, ну, какая-то равностность. Так. Ну, блин, вот. Ну. Как это? Чего-то не хватает. Вот. А спроси ее, чего не хватает? Ну что, она говорит? Типа расслабься уже, ну ты чё, капец уже. Ну да. Как можно расслабиться? Опять появляется тот, кто хочет расслабиться. А если просто не напрягаться? Ну спроси ее, как расслабиться. Я бы готов был не напрягаться. Ты ее напряжение не от меня зависит, но просто происходит вот это напряжение. Кто мне сейчас это сказал? Ну да, вот тот Вася, который появился. Ну, а для кого он появился? Для меня. Так, а как тебя душа видит?
Она как-то вот обнимает. Ну, давай, 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 пусть обнимаю. Отдайся ей. Пусть она тебя обнимет. А как она тебя видит? Как она тебя обнимает? Видишь? Ты все еще ищешь, ты ищешь какого-то себя. Какого-то себя особенного. Ты все еще хочешь какой-то опыт, какой-то кайф, какое-то подтверждение чего-то. Это, кстати, Тань, тебя тоже касается. Все какое-то нужно подтверждение, что правильно, неправильно, так, не так. Да. То есть, ты понимаешь, тебе еще нужно вкусняшку какую-то съесть, ты еще не все съел. Вот вы еще не все съели вкусняшки, еще хочется что-то. Блин, уже вроде там везде заглянул. Ну, такой, знаешь, как... Ну, сам я вкусный. Да, да, еще хочется быть собой. Коллекционировать все эти истории, опыт. Ездить, двигаться, практиковать. Что-то делать. Все еще хочется быть собой. Уже есть развлечения, уже есть знания, но собой все еще хочется быть больше. Ну, вот что еще не наигрались. Какие игры еще интересны? Что еще не так? Куда хотим медаль повесить? На что? На себя. Там не к чему крепиться. Ну, так вот я смотрю, так как к чему там крепить? Ну, ведь хочется. Да, импульс есть. Вот, видишь, ведь хочется медаль. Я пробужденный. Офигеть, да, все. Закрутка на спине, да? Ну, да. Сейчас пойду всем расскажу. Классный такой. Все, блин, путь прошел, я молодец. Я достиг. Все свершилось. Я столько лет шел. Офигеть. И наконец вот я дошел. Мы строили, строили, наконец-то. Да, 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 да. Выдайте премию, я пойду домой. Все, расслаблюсь. Да не получится расслабиться. Тебя не устроит медаль. Тебе кубок потом захочется. Потом вторую медаль. Камень все еще в ботинке. Ты хочешь достать камень из ботинка, понимаешь? Но при этом чувствовать камень. Но если ты камень из ботинка достанешь, ботинок будет без камня. Как это описать? Никак. Ничего не жмет. Нет камушка в ботинке. А ты хочешь, чтобы его не было, при этом, чтобы он был. Хотя бы гипотетически чист. Чтобы ничего не жало. Ну, так не бывает. Если ты камень, ботинок снимешь и вытряхнешь оттуда камень, камушка не будет в ботинке. Что ты испытаешь? Да ничего. Отсутствие камня. Как это? Никак. Так как есть. Ничего не жмет. Ром, я тебя сейчас слышу. Я понимаю. Я не слышу. Я понимаю. Я тебе верю. Как будто, знаешь, вот где-то ты говоришь, прямо оно протекает. А здесь да, прямо, ты знаешь, да, как да. Будто в уши вату вставили. Вот эта вата, это как раз этот камушек и есть. То, что слышит, оно мимо. А то, что вата, это вот как раз вот это, на что медаль хотим повесить. Ну, что будет без него, без этой ваты, расскажи. Ну, ваты не будет в ухе. Это что-то особенное? Нет. Это отсутствие ваты в ухе. Я все понимаю, но вот... Смотри, это просто отсутствие ваты. Когда ваты не будет, через 20 секунд память в этой вате сотрется, и что останется? Ничего.
ничего, вот понимаешь, ничего не произойдет. Просто не будет ваты в ухе. Но если убрать память о вате, то ты сказать об этом ничего не сможешь. Без шансов. Но твоя вата хочет переживать себя без себя. Хочет получить опыт без ваты. Этой ваты это и при этом остаться ватой. Понимаешь, но да, она есть. Да, да. Но для кого она есть? Это еще одна вата. То есть в одном ухе вата, в другом ухе вата. Вот, видишь? Проблема не в вате. Проблема в том, кто борется с ватой. Кто хочет снять ботинок и выкинуть камень. Ты все время пропускаешь себя. Ну да, этот импульс, это же я и есть. Вот что это будет, если не будет ваты? Расскажи. Так же, как было, это есть. Как было, если убрать? Еще раз. Если как убрать, было? Как было. Как было, это сравнение с отсутствием ваты, да? А если убрать сравнение, убрать память? Вот нету ваты и не было никогда. Стираем память. Что будет? Да ничего не будет. Ну, как есть. Да. Да. Как есть. И смотри, вата вылетела. Как есть. А что ты ждешь? Чтобы было не как есть. Так мы 20 лет боремся с тем, как не есть. Чтобы прийти к тому, как есть. Ваты нет и не было. Камень выпал из ботинка. Что осталось? Ботинок без камня. Как это описать? Никак. Ничего не жмет. И через 5 секунд забыл про камень. Все. Как осталось? Да никак. Вот никак. Как объяснить отсутствие камня в ботинке? Да не помню, чей это пример. Нет, не можешь. Драмзы, по-моему. Вот как голова без ваты, блин, как? Да, ваты меньше стало, это факт. Ну, понятно, сейчас она вообще исчезнет. Ты просто память еще подгружаешь, еще держишься за эту вату. Но есть какой-то вот импульс есть. Да, и импульс еще как-то это создать эту вату снова. Да. Ну, вот смотри, вот ты говоришь про импульс, вот он, импульс появляется. Вот, ты его сейчас видишь. Да. Ну, не ходи за ним. Пусть он появляется, пусть он втыкает там эти беруши в уши, блин. Может, устанет. Вообще ничего не делай. Ты не можешь ничего делать. Как объяснить отсутствие беруши в уши? Ну как? Их там не было никогда. И это то, что есть. А на то, что есть, медаль не вешается. Не на что. На мандаринку можно пришпилить, блин. Тебе ж не легче от этого. На что повесить медаль? Орден. Орден, куда бомбеж? Только на вату в ухе. Такая борьба внутри, знаешь, какой-то, блядь, несогласие. Да, да, да. Конечно, они, это ж несогласие хочет орден. Пусть оно не соглашается. В чем проблема-то? Ну и что? Ну, есть несогласие, отлично. Хотят орден, да не вопрос. Ты да, я просто смотрю, оно как варится вот сейчас. Вот и пусть варится. Вот пошла дистанция, точка сборки сместилась. Но гипноз еще там. То есть твое внимание еще держится там. Ты еще хочешь, чтобы эта вата осталась в ухе, потому что на нее можно взять медаль. Можно выиграть Олимпиаду, блин, и сказать, все, я молодец. Я прошел этот путь долгий, мучительный. Можно ехать домой, выдохнуть, сесть в кресло. Про сваты в ухе, рано или поздно ты вспомнишь про нее.
И забег начнется. Но она никогда не согласится, что ее нет. Как она согласится? Она 20 лет идет за орденом. Как она согласится остаться без ордена? Никак. Вот понимаешь, у нее функция получения ордена. Она только за счет этого существует. Если сейчас убрать у нее орден, ну забудешь ты сейчас, будешь чай пить, кушать мандаринку, блин. Ее идти нет. Да, она появляется в системе периодически. Все верно. И поэтому ей нужна медаль, что она не зря съездила. Ну, блин, я ее разочарую зря. Потому что мы ничего не найдем. Мы никогда не найдем ничего, кроме того, что есть. Мы можем искать в Индии, в Гималаях, блин, в Кирове, в Москве, без разницы. В итоге мы все равно ничего не найдем. Мы никуда не придем. Потому что нет идущего. Идущего нет. Как мы можем куда-то прийти? Когда вы меня спрашиваете, а есть у меня какой-то прогресс? А кто спрашивает? Кому я должен ответить? Конечно, я понимаю. Я не спорю, поэтому я и отвечаю. Все прекрасно понимаю. Но то, чем уже многие из вас тут являются, стали, опыты были, как я могу вот объяснить? Это ботинок без камушка. И он не требует никакой медали. А как только хочется медали, все. Ну хорошо, удовлетворить сомнения. Нет, хочется... Это что же самое? Сейчас не сомнение, а правильность расслабления. Ну а так я же тебе говорю, это что же самое? Я же расслабляюсь. Ну да? Смотри, я расслабляюсь. Ну, это ведь равносильно тому, для чего ты расслабляешься? Чтобы до конца расслабиться. Ну ты же говоришь расслабляться. Смотри, чтобы расслабиться до конца, так ведь? А зачем расслабиться до конца? Чтобы пройти путь. Все, я расслаблен. Я ведь не говорю, как бы, что я отвечаю на все вопросы и буду отвечать. Просто сейчас речь немножко не об этом. Речь о камушке, который хочет это. И сейчас задача его увидеть. Ну, вот ты даешь какие-то практики, ну, вот людям, да? Туда-сюда, там, посмотри, там, туда-сюда. Ну, да. Ну что? И, ну, многие дают практики, там, Гума дает, ну, все практически дают. Для того, для чего? Для того, чтобы остановить тенденции. Чтобы у тебя тенденции. Внимание, вот, понимаешь, вот ты это развлечение сейчас начинаешь замечать. Если бы не было практик, ты бы его не заметил. Но в то просто же время бы не заметил. Ты говоришь, слушай, чувак, ну, хорош практиковать, ты уже как бы вот уже напрактиковался. Ну, я ж не всем говорю, да? Так. Ну, да. Потому что тебя сейчас практика держит за причинное место. Так дело в том, что я ее практически так не делаю. Я делаю только, когда я смотрю, просто смотрю, как бы. Я стараюсь косяка вот давить просто. Все, хорошо. Смотри, а зачем ты давишь косяка? Что ты еще не нашел? Ну, еще не увидеть вид? Вот этого возникающего. Так а чем ты его видишь? С собой. Ну, так надо, проблема-то в тебе. Не в возникающем. Так, минуточку. Вот, смотри. Смотри, опять. Я тебе уже второй день об этом. Ты ведь видишь-то собой. Вот то, что ты сейчас смотрел, то, что смотрела, им вообще по барабану. Возникает, не возникает. Так ведь? Ну да, я вижу собой. Вот, а сейчас ты видишь собой. А тебя-то кто увидит? Как ты возник? И вот именно поэтому я говорю, вот здесь нужно отпускать тихонечко. Так, стоп.
Так, что? Я вижу возникающего. А тебя кто видит? А кто меня видит? Ну, Бог меня видит. Я не знаю, кто меня видит. Видишь? Ну, ступор сразу какой-то. Вот смотри, вот. Ты ж только что смотрел другим взглядом. Сейчас ты снова оделся. Сейчас снова, смотри, происходит вот это. Вот ты сейчас, вот. Блин, вчера все понятно было, вообще ни хера не понятно. Давай, 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 давай. Что ты хочешь понять? Что? Как ваты в ушах не будет? Нет. Как ты, что ты хочешь? Бы, ты с ватой в ушах сейчас вроде как бы... Вот а все было в порядке, да. Ну... Да. Ты только что смотрел другими глазами. А сейчас ты стал уже... То есть ты только что различал импульс сознанием. А сейчас ты стал... Ты задал вопрос. А сейчас ты стал этим импульсом. А кто тебя-то видит? А потому что ты уже оделся, все. Все складывалось так хорошо. Да, да. Я уже почти нашел. Да. Я ж про это и говорю. Орден, на что будем вешать? На тебя. Ну так повесь на себя орден, сейчас. У тебя все сложилось, все прекрасно. Молодец, похвали себя. Я не шучу. Блин, все у меня сложилось, так классно.